Меня зовут Тима, и этот фильм про меня. Боже, неужели мы разобьемся? Нет, мне рано. А любовь? Потеряться в загадочных лесах Амазонии. Эй, привет, таможня! У меня нет с собой ничего такого запрещенного. Так что обыск — это лишнее. А работаю я в цирке. И, между прочим, знаменит. Встретить местных обитателей. Какие-то тут все мрачные. Так дело не пойдет. Когда тут репетиции? Когда обед? Где спать, есть и пить? Ах, мне бы инструкцию какую-нибудь, чтобы жить в этом лесу. И столкнуться лицом к лицу с опасностью. Инструкции нет, ладно. Буду сам себе инструкция. Правило первое. Если страшно, затаись, сражайся или беги. Я выбираю третье. Беги. Невероятное путешествие. Кажется, больше я не знаменитый цирковой артист. Я теперь знаменитый путешественник. Точнее, я им стану, как только все узнают, как храбро и ловко я сражался со всеми опасностями. Чтобы выжить и вновь обрести свой дом. Если кого-то с первого взгляда хочется понюхать, обнимать и защищать, значит, это любовь. Голос главного героя Тимур Родригес. Автограф? Так и быть, будет вам автограф. Амазония. Инструкция по выживанию. Добрый день. Я Тима, звезда цирка. А вы, наверное, питон. Удав? Ой, нет, конечно, вы не гадюка. В кино 6 ноября.